сиськи, надо тебе дать коленом. Надо! Надо! В первый же день войны, 22 июня 1941 года, Анатолий Дмитриевич Папанов отправился на фронт. На фронте он командовал зенитной батареей. Отважно сражаясь, Папанов дослужился до старшего сержанта, а в 42-м оказался на Юго-Западном фронте. В то время немцы развернули на этом направлении мощное контрнаступление, и советские войска отошли к Сталинграду. На всю жизнь Папанов запомнил горький вкус отступления, скрип земли на зубах и вкус крови во рту. Он рассказывал, как можно забыть о двухчасовом бое, унесшем жизни 29 человек из 42. В одном из боев рядом с Папановым разорвался немецкий снаряд, и он получил тяжелое ранение в ногу. Он вспоминал взрыв, дальше не помню ничего. Очнулся только в госпитале. Узнал, что все, кто находился рядом, погибли. Меня засыпало землей, подоспевшие солдаты отрыли. После ранения я уже не смог вернуться на фронт.